Греция может уменьшить сроки осужденным украинским морякам. Об этом заявляют в украинском МИДе. По словам замдиректора департамента консульской службы Василия Кирилича, об этом свидетельствует одно из последних судебных решений. Греческий суд впервые за 3 года применил наименьший коэффициент – 6 лет за каждого перевезенного нелегала. И, возможно, в дальнейшем уменьшит еще до 5. А это означает переквалификацию статьи и существенное сокращение срока. Для моряков, соответственно, скорейшее освобождение. Также дипломат сообщил, что на самом деле украинцев в Греции осуждают не на сотни лет. Максимальный срок 25. Ранее, напомню, 2 украинца, Сергей Швоюк и Петр Литвинчук, получили 180 лет тюремного заключения. И сейчас защитники готовят апелляцию. Всего в греческих тюрьмах 150 наших моряков. Кроме того, 16 членов экипажа «Меконг Спирит» ожидают решения греческих властей на корабле. Их подозревают в нелегальной перевозке оружия. Пока не вернулся домой капитан еще одного судна, РС-397. 1,5 года проверяли, занимался ли экипаж контрабандой сигарет. И недавно 6 моряков, наконец, вернулись домой.